құрметті жатандықтар, Астана қаласының ұшқы тарапсыз оқ орталының көрсетілмен бастады. Бүгінгі топты Жанбырдин Мұрат Амегіздейнович. Соревнования по национальным видам спорта в Шардатнинском районе начались с трёх моторов. Все любители и участники скачек насладились мастерством высшего пилотажа столичного авиационного учебного центра. Основное мероприятие открыл как пар, и свою сноровку и волю к победе продемонстрировали хозяева соревнований и спортсмены из Баландинского района. Помимо этого, шардатнинцы и гости мероприятия насладились показательным выступлением Сергея Цирульникова, четырехкратного рекордсмена мира по силовым номерам. Я уже более 8 лет занимаюсь как паром. Вся наша команда в основном состоит из молодежи, учеников и студентов. При всем при этом, это уже сильные бойцы. У нас много достижений. Отстаивая честь Шартанынского района, мы рассчитываем только на победу. Со счетом 6-1 победу в кокпаре одержали шартандинцы. Далее зрители ожидала не менее зрелищная программа, а именно скачки на 7, Токбайга на 10 и Аламанбайга на 15 километров. Президент говорит о том, что основой модернизации сознания в своем программном документе является опора на традиции, на казахские народные традиции, на казахские народные обычаи. Поэтому сегодня вот конно-спортивный праздник является подтверждением тому, что люди ждут этого праздника, люди хотят увидеть и познакомиться с казахскими национальными традициями. Здесь в нашем празднике принимают участие люди разных национальностей. И вот данный праздник, он объединяет сегодня всех. Стать ближе к культуре народа стало возможно благодаря и представленным здесь выставкам местных ремесленников, показами беркутов и охотничьих собак. Также организованы национальные игры Аудраспах, Тенгиалу и Хаску. Сюда я пришел полностью со своей семьей. Для нас это радостное событие. Здесь буквально в воздухе все веет национальным колоритом. Все это непосредственно играет роль в патриотическом воспитании нашего будущего поколения. По итогам конных соревнований в Жорге победителем стал Артем Чебесов, в Токпайге – Диас Юрский. Лучшим в Аламанбайге стал Дулат Жумадуллаев. Все призеры награждены ценными призами. Организаторы отмечают вклад предприятий, внешний вклад в развитие национальных видов спорта. Эту эстафету должны подхватить и другие районы области. Адель Мусаев, Харят Абенов, Айгуль Мурзагалигаза, Марат Ахмеджанов, Кокши Ахпарат.